Нарисую вам жизнь, как вижу: солнце и небо, ветер и дождь. Знаю, что жизнь бывает счастливой, когда есть человек, кто может помочь. Думаете, донор, он какой? Донор хороший, счастливый, жизнерадостный. Донор – это добрый человек, который любит дарить что-то другим людям. Вы немножко повзрослеете и придете к нам на следующую экскурсию, мы вам покажем. С 18 лет. А 14? Нет, 14 лет нельзя. А почему нельзя? Потому что организм еще взрослеет. И когда уже он совсем повзрослеет, тогда милости просим к нам. Кто больше сдает кровь, студенты или взрослые? От 18 до 25 лет у нас очень много молодых доноров. Я надеюсь, что моя кровь кому-то поможет. Я буду сдавать кровь, потому что я считаю это моим долгом. Я должен помочь людям.